салон парикмахерских услуг, кафе-мороженое, золотой магазин. Все эти объекты подверглись проверке. В рейд сегодня вышли студенты филиала УДГУ. Специалисты отдела потребительского рынка организовали для ребят открытый урок в торговом центре «Меркурий». Мы практически прошли по всем отделам, рассказали, показали детям, как правильно вести себя при покупке товаров продовольственных, при покупке молочных продуктов, на что обращать внимание. Первый отдел, который посетили ребята, ювелирный. Здесь студентам рассказали, как можно проверить золото. Вся информация о качестве металла и камнях напечатана на бирке производителя. Кроме того, на все ювелирные украшения в магазинах есть сертификаты качества. Ребятам также рассказали про уголок потребителя и какая информация должна быть на стенде. Мы проверяли качество продуктов, срок годности, где указывают, где книга жалоб находится, лицензии их не смотрели и как выбирать продукт мы смотрели. Далее смотреть и пробовать продукцию ребята отправились в кафе «Мороженое 33 пингвина». Здесь студенты не только отдохнули, угостились лакомством, но и успели пообщаться с предпринимателем. Многие предприниматели открывают разные заведения, но как-то забывают о качестве своих услуг. Вот, хотелось, чтобы каждый предприниматель занимался лично и уделял больше времени качеству предоставляемых услуг. Конечно, есть претензии в плане одежды, в плане ресторанов, кафе, да и вообще разных услуг. Вот. Просто надо серьезно к этому относиться. День открытых дверей специалисты отдела потребительского рынка приурочили к Международному дню качества. Впервые мировая общественность отметила его в 1989 году, а спустя 6 лет стали проводить и недели качества. В наше время, мне кажется, довольно часто товары просроченные или испорченные просто. Что бы ты пожелал предпринимателям и тем, кто предоставляет услуги потребителям? Ну, я бы, разумеется, пожелал им больше следить за качеством продукции и честно обращаться со своим потребителем. Ясно только одно, что и дворнику, и парикмахеру, и швее, и продавцу надо просто добросовестно выполнять свои повседневные профессиональные обязанности. Тогда, может быть, и праздник Всемирный день качества исчезнет из нашего календаря. За ненадобностью. Но, скорее всего, произойдет это в далеком будущем. В целях привлечения внимания горожан к проблемам качества безопасности товаров и услуг в Губкинском до 20 ноября будут работать телефоны горячей линии 30849, 30861, 39811. Елена Канина, Ильшат Ракаев, новости Губкинского.